Владимир, поздравляю вас с таким отличным выступлением. То, что будет рекорд России, знали? Чувствовали? Спасибо. Да. Сами ожидали, что рекорд России будет? Ну, мы рассчитывали. Да? Ведь, да, рекорд. Но не настолько быстро, как получилось. Этот сезон, по-моему, вообще какой-то проходит у вас так, под знаком замечательных результатов. Не сказать, что у меня так шикарно проходит сезон, так как у меня это второй старт в сезоне. Нынче решили мы по минимальной сбегать в зимнем сезоне, поменьше стартов собрать. Но тем не менее, поменьше стартов, но побольше побед. Потому что в том году были, по-моему, чередовались первые места с проигрышами, а сейчас победы. Ну, победа не значит так сильно, как хорошее время в компании. Как чувствуете приближение вот такого допуска? Как ощущаете вы? Ну, по количеству пробки, конечно. По количеству пробки. По-моему, много. Подал заявку, жду вот сейчас ответа. Не знаю, какой ответ будет положительный. Кого соперников сегодня выделите? Вот кто вам сегодня соперников понравился? Константин Плохотников мне вот в сезоне он очень сильно понравился. Заводит. И сегодня, да. И сегодня тоже? Крутой боевой парень. И сегодня тоже помогал? Сегодня тоже, да. Большинство боялся я Костаса, он Плохотников, так как он недавно сбегал 3.40 по утрку. Это рекорд в России по молодежи. Угу. То есть какие теперь планы? Сейчас планы простые, чемпионат России. И какие там дистанции будут? Две, одна? Три и полтора при возможности. То есть и там будете бороться? Ну там по состоянию будем смотреть. По максимуму? По на двух? Или нет. Все-таки полуторка главное? Самое главное тройка. Тройка все-таки. Ну и полуторку тоже попробуйте. А полуторка так проходящая. Ясно. Хорошо, удачи вам, Володь. Так держать. Вы молодец. Спасибо вам большое, огромное.